Дорогие друзья, сегодня я решил приготовить торт. Вот. Вчера купили в магазине вот такие коржи, арахисовую пасту, вот нутеллу. Сейчас мы с вами будем готовить торт. Сначала мы возьмем вот эти коржи и намажем одним слоем арахисовой пастой. Вот. Итак, первый этап завершен. Сейчас будем накладывать вот эту вкуснейшую нутеллу. Так вот, накладываем нутеллу. Итак, нутелла на месте. Сейчас выберем лучший коржик. Так вот, и прикладываем его. Вот у меня уже три слоя, потому что до того, как я начал снимать видео, я сделал уже один слой. Продолжаем. Итак, процедура склеивания коржей закончилась. Получились два вот таких вот пирога. Вот, сейчас мы их обрежем по периметру, чтобы было покрасивее. И что-нибудь придумаем сверху. А, у нас ушло примерно половина банки арахисовой пасты и примерно 2/3 банки нутеллы. В общем, вот апофеоз. Ничего умного не придумал, как только намазать сверху той же самой нутеллой и положить несколько рафаэлок. Это получился один квадратный пирожок и один круглый. Вот. Какой же бюджет этого всего? Бюджет этого всего примерно составляет 500-550 рублей. То есть большая банка нутеллы чуть больше 200 рублей, плюс арахисовая паста, плюс коржи, плюс несколько рафаэлок. Так что можно уложиться в 550 рублей спокойно. Получить два таких пирожка. Спасибо за внимание, будьте счастливы, ешьте вкусно и не толстейте.